понял, к стене встал. К стене. Сюда вышел, к стене встал. Убрал нож. Убрал. Да не нож. Че? Шокер? Откуда у тебя да? Шокер? На Авито заказал. Документы. Понял, принял, обработал. Вы, блин, арестовывайте. Не знаю почему. Быстрее. А я могу. За что? По какой причине вы его заковали, собираетесь арестовать? Причина. А вы проверили его документы, удостоверились в его личности? Присядь, 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 присядь. Лицом к стене нахуй встал? Лицом к стене встал? Блядь, дай залезть. Да дай залезть, ёпта. Давай, давай, ебашь, ебашь. Брат, брат, подсадка. Давай, работаем, работаем. Амо, пацан, второго надо срочно. Второго для пацанки, второго для... Какая причина? 420 подозрений. Нету, не было никакого розыска. Сука, я вам сейчас всем устрою, блядь! Это заговор. Это заговор, это вранье. Кто это, блядь? Я уже заебался тут орать. Проверите, проверите. Проверьте, у меня нет никакого розыска. Это вранье. Ну, скажи еще что-то, ты че? Блядь, я тебя захуярю. Орёшь, блядь. Нахуя орёшь? Кто? Ну вот заори еще раз. Зачем? В смысле еще раз? Понятно, у понятого совсем крыша поехала. Короче говоря, я, оказывается, забыл отключить voice mod, и только после того, как он попросил еще что-то сказать, я это понял. Но он меня принял не за меня настоящего, а за челика, который с помощью нейронки подделывает мой голос. Что на Боброграде, собственно, запрещено. Я, блядь, просто не понимаю, что он от меня хочет. А он думает, что у меня это... нейросетка. Просто на сервачок начали захаживать люди, которые делают через нейросетку мой голос. И они, ну, очень-очень глупо этим пользуются. Вот. О, тэпнули. Опа, здорово. Нахуя нейросетью пользуешься? Ты че, ебанулся, что ли? Кого? Нахуя голос крепача подставляешь? Прямом. Это неправда. Нельзя. Это 1.37. Правило нарушения. Подожди, да. Короче, отключай на первый 1.37. раз. 1.37. Но иначе. Правило! Отключай просто. 1.37. Такого нету! Shift-up нажми и после 1.36 вниз чуть-чуть пролесни, там написано. Есть такое, бля. 1.30. Так ты тоже! Что так ты тоже? Я тебе говорю, убираю, либо сейчас выдам перманентный бан. Я сказал, так ты тоже! Голос у нейросетки все же не идеальный, и мне нужно так же коряво говорить, чтобы хоть немного на нее походить. Что так ты тоже? Притворяешься! Ну что так ты? Кем я притворяюсь? Ну докажи, что у меня чем... нейросеть! А чем отличность крадет? Чем? Ну, запрещено. Он... голос скрипача. Ну, либо это скрипка, либо это ёбка. Нет. Что надо... нет? Задержкой надо отвечать, чтобы думал, что нейросетка генерирует. А я забыл, блять, вырубить. Точнее, включить изменения. Ладно, я... все, я не буду больше. Ага, попался, малой. Нахуя такой хуйней пользуешься? Так я не знал, что так нельзя. Нельзя, это 1.37, перманентный. Ну все, я вырубил, все. Все, смотри, еще раз такую хуйню вижу, перма. Давай, ты у меня тоже смотри. Морально пугает. Ахахаха. Сука! Бля, записалось интересно это. Ночь по всем законам начинается люто. Да. Бегать. Слушай, инвестируй в меня. Чё? Скорость. Дай. Ныра нет. Я заплатил деньги за свою скорость. У меня не работает. Ты это что? Шарлатан? Это стене. Я могу сидеть. Сойдите. Что делаешь? Братан, ну это опять твой свой, эту хуйню используешь. Мне РП смотри. Процесс отпусти. Все эти вещи вынеси, может везде помещение? Что ты делаешь? Вынеси, пожалуйста. Что ты делаешь?
Ты меня ударил. Пройти. Я же говорю, не специально, я не вас вообще хотел. Ну что, подождите. Неадекватный, ты размахиваешь кулаками в больнице. Нет, не размахиваю кулаками. К стене. Да зайдите вы. Я ушел у нее. Нападение на Госса. Короче говоря, ассасина мы посадили за то, что он бьет госсотрудника. И я снова отправляюсь на жалобу по причине того, что я подделываю свой же голос. И на админа ругаться не нужно, потому что он выполняет свою работу, чтобы человек не нарушал это правило. Поэтому, короче, только попробуйте, Ля, а это еще что за хуй? Так, ладно, не будем заострять внимание. В общем, ребята, не надо ругаться на админа, он выполняет свою работу, потому что это правило иногда ломает РПшки и игру другим людям. Я просто решил, раз такая пьянка, можно чуть-чуть поприкалываться, тем более ночь, особо работы для админов нету, ну, будет чем заняться. А, ну что, попросил отключить эту фуму. Ну? Хорус. С голосом Артура. А какой включить? Артур, если это ты, отпиши мне в ВК-шу, ты видос снимаешь, я от тебя отъебусь. А я не в сети, блядь. Я не в сети? А я не в сети, или в сети? Я не в сети, блядь. Просто иначе у тебя выходит 1.37 нарушение правила. Так никто даже не понял, что это скрипки голос. Ну слушай, ну смысл не понял. Какая разница, понял, не понял. Это все равно человек может думать, что ты видос снимаешь, и типа тебе сказать, что ну и типа не мешать тебе. Так это же хорошо, когда никто не мешает играть. Ты представляешь, ну ты используешь не свою личность, что и написано. Украсть чью-то личность, притворяться другим человеком. То есть использовать, к примеру, вот голос Артура скрипача. Стоп, я же не говорил, что это я конкретно, я же не выставлял себя им. Это будет относиться к этому. Потому что ты используешь голос другого человека. Для этого надо сделать голос. Так. Ну, это в правиле написано, представляться другой личностью. Вот, теперь я типа представился. Нет, ну ты используешь голос скрипача. Это будет относиться к 1.37. Я не знаю, там используешь какой-нибудь саундпад или голос изменяешь через нейросеть. Хуй, а ты правда думаешь, это нейросеть? А если у нас правда голоса похожи? Ну так ты сам сказал, что ты это используешь до этого, когда я тебя тэпал. Сам сказал, что ты используешь какую-то там хуйню для изменения голоса. Ну вот это сейчас да. Нет, и до этого я тебя тэпал на жалобу в первый раз. Я у тебя спросил, зачем ты этой хуйней пользуешься и представляешься другой личностью, ну не собой. Ты сказал, извини, я не знал, что тут-то... Ты мне, кстати, на вопрос тоже не ответил, а ты зачем так делал сегодня? Как я делал сегодня? Ну так же само, как и я. Типа тебе можно, мне нельзя. Я так не делал. Это получится или нет? А я видел, как ты делал. Ну, покажи демку, если я выдам бан. Так это же не доказательство, это просто будет голос такой на демке. Доказательство будет, если там правда у меня какая-то нейросеть или у тебя. Что? Не понял, к чему ты клонишь. Если покажешь демку, где я сегодня с таким голосом разговариваю, Артур конкретно, то я выдам себе наказание. Нет, ты не с Артура голосом говорил, я же не говорю, что ты его голос украл. А чей я голос украл? Ну этого или комика, личность? Стендапера, даже сейчас вот тебе не стыдно с его голосом играть. Какого комика? Шоу не смотришь? Не смотрю. Ну так и зачем ты голос поставил? Чей голос? Сергей Шиз. Это кто? Комик. Я не знаю такого, честно тебе скажу. Я видел, как ты играл с этим голосом. Я же тебе говорю, покажи мне демку, ну, либо запись, как я с этим голосом играю. Я выдам себе наказание. Ну я вот выдавай, против. Ты меня сейчас на демке, вот ты говоришь. Это мой настоящий голос, тебе это любой может. Ну вот, не ври. Не вру. В общем, это все, давай расход. Я забуду про твое, ты забудешь про мое. Что ты про мое забудешь? Какой расход? Ты о чем? У тебя 1.37. Так у тебя то же самое, ты украл личный Сергея Шиза. Я даже не знаю, кто это мой настоящий голос, о чем ты? Докажи, что это твой настоящий голос. Вот знаешь, как с этого надо начинать, типа, докажи. Пошли я тебе в Discord демку покажу. Скрином кинь. Чего скрином тебе кинуть? Игры. Чего игры? Это Гаррис мода? Нет, нахера Гаррис мод. А чего тебе скинуть скриншот? А то ты не знаешь. Что я не знаю? Но ты что хочешь от меня? Ты демку мне хочешь скинуть или что? Или ты скрин хочешь скинуть? Что? Ну, так ты говоришь...
что я нарушил правила, это же самое. Говоришь, что я представляюсь каким-то, я не помню. А ты мне хочешь доказать, что ты не виновен, правда? Давайте демку покажу, где у меня... Что? Ты мне демку хочешь показать, что ты не виновен, или скрин? Ну, я тебе могу демку показать, где я даже... У меня не включен voice mode. Значит, у тебя будет включено что-то другое. Что у меня включено? Компьютер. Ну, это логично. Ну, вообще-то не совсем. Мы же говорим про voice mode. Ну, если это ты, скрипка, снимаешь видос, то напиши в аккаунт, я тебе... Я, если честно, правда не понимаю, про какую ты скрипку говоришь, потому что я пришел сюда вообще по рекламе. Я пришел сюда по рекламе, ну, от другого человека. 1.37. А что я сделаю, если у меня голос такой же почти? Ну, похож. Ну, слушай, похож. Я тебя в первый раз тэпнул, спросил, зачем ты вот эту хуйню используешь, которую делаешь его голос. Ты сказал, извини, я так больше не так буду. Я думал, ты про РП, то, что я в РП там под кого-то замаскировался, хотя я вспомнил, что я не маскировался, я понял, что ты мне гнал что-то. Я думал, ты мне что? В РП говоришь, что я не могу за милиционера маскироваться, представляться другим человеком, типа воровать личный. А я там в РП людям представился, что я вообще другой человек. Не вот мое имя Маник, а я представился другим госом, который на тот момент был в сети. Я честно тебе скажу, ничего не понял, что сказал. Я говорю, я думал, ты меня тэпнул по поводу того, что я в РП за мента представился именем другого полицейского. В шутку. Я думал, что это нарушение. А ты мне говоришь, что я тут вообще личность человека украл какую-то. Я-то думал, ну вот, ладно, окей. А оказалось, все не так однозначно, как мы оба себе представляли. Ты вообще думал, что я под какого-то скрипку маскируюсь. Ты просто меня, видимо, неправильно понял, и я тебя тоже. Ну, скрипка сказал, кто будет использовать вот конкретно его голос, там, писал. Что за такую херню на первый раз я не слышу тебя. Ну, я говорю, слышал, но не понял. Давай не будем усугублять усугубившееся. Я пойду дальше по своим делам играть. Типа, я ничего не меняю. Ну, типа, похож, и все, что я сделаю, что мне глотку, что ли, заблокируют, чтобы я не говорил. Ты меня уже запугал, я выключил свой голос. Я включил voice mode. Ты до этого играл с voice mode, голосом скрипки. Ну, ты играл с голосом комика Сергея Шиза, что я сделаю? И ты мне никак не докажешь обратное. Смотри, вот я тебе даже зачитаю сообщение. Там, если какой-то чел бегает с моим голосом, то сначала скажите, чтобы убрал голос. Если не уберет или опять спалится, дайте за обман бан сразу первому. Ну, то есть 1.37. Я тебя попросил убрать, ты его на первый раз убрал, я через некоторое время пошел спекать за тобой, ты опять этот голос используешь. А я тебе не понравился чем? Пиздец. Дали бан за то, что я сам собой притворился, блять. Voice mode вырубаем, делаем опять вид, то, что это я с этим, с нейронкой. Хорошо, вы убери. Зачем? Потому что оно большое, мне не нравится. Так я в упор к тебе стою. Тогда ты подходишь в упор. Пошел ты нахуй, блядь. О, хорошая одежда. Классная. Сперма. Сперма. Камвест. Минута рекламы. А вы заметили на мне такой модный бронежилет, а также шапку? Ну, на шапке надписи вы не видите, но можете посмотреть на броник. Дело в том, что это уникальные аксессуары, которых вы не встретите больше нигде. Это модная коллекция нашумевшего бренда Sperma, которая появилась только на Боброграде. Не так давно несколько счастливчиков в группе ВК этого сервака получили ее подарком бесплатно полным комплектом, а именно шапка и бронежилет. Как получить такой комплект аксессуаров? Расскажу подробно. Либо купить, либо выиграть в розыгрыше. В данный момент розыгрыша никакого нету, но он будет на 10 тысяч участников в группе ВК. Но до него с вашей помощью уже осталось рукой подать, потому что там в группе сидит 9300 с чем-то человек. Намек поняли? Листайте описание. Брат, где покупал? Я тоже такого хочу. Я лицензию потерял, можно еще одну? Съебал с очереди! Как так? Все, спасибо. Иди нахуй, школота. Мне тебе нехуй предложить. Можно скрузить? Что? 10 тысяч на пол. Слышишь? Я убираю вот все. 10к на пол. Вот это был маньяк или кто это был? Thank you.
схватил и... Ну вот кого я убил? Маньяк. Ух, ебать. Я тебя нашел, нахуй, пизда тебе, блядь. Да охуел. Где ты меня находил, блядь? Ты меня нигде не находил. Ты здесь, нахуй, передо мной. Ты никуда не денешься. Да ты что, ебать. Давай, сука, на ножах, нахуй. Эй, очкошник! Думаешь, я тебя не нашел, блядь? Я очкошник, ты охуел, блядь. Секун! Да ты охуел, блядь. Я морду сейчас распидолю. 10к напал. Нихуя себе. А не дохуя ли ты хочешь? Дохуя как ты хочешь. Съебал. А зачем ты используешь voice mod скрипки? Или же это скрипка? А? Если что, нельзя. Зачем ты используешь voice mod или что-то в этого рода, делая голос скрипки? Это если что нельзя, это нарушает правило 1.37. Нет такого. А смотри, shift-tab, нажимаешь на 1.36 и чуть не... Идите отсюда. Идите отсюда, съебитесь! Короче, смотри, нажимаешь shift-tab, 1.36, уйди отсюда. Ты чё, глухой нахуй? 1.36, блядь, и там будет снизу. Это по итогу ты скрипка или это voice mod? Я не скрипка. Тогда зачем используешь voice mod? Я не использую. Ну так ты делаешь голос скрипки Артура Скрипача. Как? Ну я не знаю, нейросеть, может сунгпад, хуй его знает. Просто тут уже был один кент с такой темой. Там я тебе говорю еще раз, нажимаешь на правило 1.36, а вниз пролистываешь, и там будет 1.37. Подделка личности. Ну, используй другую личность. Какую личность? Что ты мне гонишь, нахуй? 1.37. Она запрещает украсть чью личность, общаться другим человеком. Ну, то есть использовать голос скрипача. Ты что, мне угрожаешь баном? Конечно. Я тебе можешь оружие... отключить, пожалуйста? Я тебе оружие. Можешь отключить, пожалуйста? Ну вот эту хуйню можешь отключить, пожалуйста? Я не знаю, voice mod или что это. Ты можешь тоже отключить ту хуйню. Какую? Интернет. Отключи, пожалуйста, вот этот voice mod, иначе тебе придется выдать бан за 1.37. Или же если это скрипка, то ВК мне напиши. Как я тебе ВК напишу? Я этого ВК не знаю. Значит, я тебе написал сообщение. ВК. Хорошо, как меня зовут? Артур Скрипач. Пиздёж. Чё, нет, ты на меня примеряешь другого человека? Что я применяю? Ты используешь его... Блядь, в смысле примеряю? Ты используешь его голос? Блядь, да нет. Ну, голос Артура Скрипача, скрипки. Ну, докажи. Ну, что доказать? Ну, я слышу его, я знаю голос Скрипача. Я не знаю, я чё, знаю, как он говорит. Чё не надо от меня? Артур, а прошлое? Блядь, кто ты, Чёрт. Да блять! Не шути нахуй. Артур, прошлый аккаунт это тоже был ты? Кого? Прошлый аккаунт это ты был, там нейм какая-то Манс. Нет, мне в телеге пост сдал. Понял. Ладно, извини. Короче говоря, я немножечко сделал мозги админу на ночь глядя. Он так и не понял сначала, кто я. Потом он подумал, что я настоящий. Потом он подумал, что нет, вернул меня. Я побегал, потом прилетел к ним обратно в админзону и начал его доставать. И он с этого уже сгорел, то что вот он ни хрена не поймет, я это или нет. А понять, я это или нет, можно было только тем способом, что он напишет мне в ВК, и я ему отвечу. Ну, раз я не отвечаю и раз я не в сети, то это очевидно не я. Ну и закономерный итог нарушения этого правила – перматч. Ну, знаете, это выдам сейчас перму, если снимешь, то ты ладно. Ты заебал перма, я тебе говорю, что это ты юзаешь voice mod, а не я. Он так и не понял, что это я. Ну а теперь мы переносимся надолго вперед, когда я записал следующую часть материала, где я поиграл снова за полицейского и понаблюдал за тем, как живут другие игроки. Улица, а то можете покончить как тот человек, к сожалению. А, хорошо. Все, будьте свободны. Не думал, просто у вас кто-то похож, ну,
такой же одежде, как и я. Да, но просто был такой же человек с такой же вот майкой и штанами, как у вас. Но, скорее всего, было другое лицо и рубашка. Ладно, удачи вам, сотрудник. И вам. Хм, прикольно они общаются, мне нравится. Гигачат мэр, вот он. Я не понял. К стене встаньте, у вас почему-то тут труп СБГ лежит. Лицом к стене повернитесь и не двигайтесь. М4 у вас. Стоп. Лицензия на нее есть? Стоп, там, на крыше. Это стрелы яли. Или чего тут? Лицензия есть у вас на М4? Это не он. А у вас лопата всегда? Я жду ответа. Прям при вас. Угу. Ну тогда стойте смирно, у вас будет нелегал. Чел валяется, у него жмур на территории его дома. Он не позвал ни полицию, ничего не сделал. Просто продолжает строить, как будто так и должно быть. Вот. Тем более, это причина для обыска, и в этом обыске я нашел у него нелегал. Где в стене становимся? Дверь закрой, дверь. В стене. Раз. Еды, муштрак, короче, в размере 10 тысяч за... Да тут была дверь открыта, да, тут была открыта дверь, тут была открыта дверь. Да. Что можно взять и зайти в дом? Встаньте лицом к стене, повернитесь. Дверь, я бы не заходил. Лицом к стене повернитесь и не поворачивайтесь обратно. Я повернулся. Проникновение на чужую собственность. Ну и штраф ему сверху выдает, то что он это хилки подъел. Да. Получается, кража чужого имущества и проникновение на частную территорию. Ну, имущество этого государства, то, что нам купили арзачки для того, чтобы хилились только... Вот штраф выплачивает, да. И арест за это. Терешь за проникновение собственности. Все, пора. Он тебя разрешит сейчас заниматься. Сижу, играю на чили на расслабоне, ребята, да. 40 человек, а спокойнее, чем на серваке, где человек 20-10 играет, которые нарушают. А что происходит? Что он сделал? В том дело, что у него имеется нелегальное оружие. Я... Вы в мэрию за лицензией шли, правильно? После отбывания того самого наказания. А, я его уже арестовывал за это. Так что все нормально. Давайте проведу. Уберите нож. Да, я вас слушаю. Уберите нож и к стене встаньте лицом. Убрал нож. Убрал нож, к стене встан. Не. Остановись. Я такое не люблю. Остановись. Меня слабо не подчинение, остановишь. Окей. Ты что, больной совсем? А если я тебя зарежу? Нифига. Напал на меня. Окей. Ух ты, реально подал. А, мне вот интересно, я человеку угрожал оружием, он убегал от вооруженного человека. Это был somebody boy, вот. Он маньяк. А, маньяк был? У маньяков расширенная феррота. Это я понимаю, но это точно маньяк, да? Да, somebody boy маньяк. Ну сейчас давай я еще удостоверюсь на всякий случай. Угу, давай проверим лучше на всякий. Да, он маньяк, все хорошо. Тогда закрывай, ты спасибо. Слышишь? Да, слышу, закрывай. Что он, бля, я не понял, с чего он посмеялся вообще. Типа ха-ха-ха, реально подал жалобу. Ну да, блять, подал. Для меня это человек, который не соблюдал правила ФРРП, вот и все. На жалобе только я и узнаю, то, что у тебя профессия маньяка и нигде больше. Остановись. В этот раз он снова не слушается приказов, да, ему правилами так и разрешено. Если я его встречу после этого, то могу его уже посадить за неподчинение и могу использовать шокер. Вы будете рисовать. Ребят, все сюда скорее, тут человек не дома, не в КЧ, помогите. Мешай,
Вдаль стоять. Мне мама говорила. Завязывай его надо. Завязывай. Кого? Где? Что? Зачем ты меня шокером ударил? Стоять. Что я тебе сделал? Человек, да, стрельба, и ты отсюда выбегаешь, по-быстрому переодеваясь прямо на выходе. Как мне это воспринимать? Стой, 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 стой. Не знаю, мне домой пора. Стой, раз, домой, стой, пора, два, пора. Стой, три. Четыре, пять, шесть, ой, хорошо как. Мужик, а ты чё, не в теме? Тут типа тебя могут просто так убить. Ну а теперь начинаем пояснялово. Он после того, как очевидно убил кого-то, взял и решил переодеться прямо на выходе перед людьми, которые смотрят на него. И дальше он убегает от погони, от вооруженного человека, и ему нужно очевидно скрыться. Он берет, улетает на Кунае, и как бы не было бы тут никаких претензий. Но вместо этого он решает пофаниться, летая туда-сюда на Кунае, и постоянно провоцируя полицейского на то, чтобы по нему стреляли, чтобы его били шокером, чтобы пытались заковать, и ему от этого весело. Я тут увидел два нарушения. Первое – это неролевое поведение маньяка, который хочет скрыться от погони, вместо этого он начинает прилетать и улетать обратно туда-сюда несколько раз. И тем самым он провоцирует на стрельбу, на то, чтобы его били шокером и так далее. И отсюда уже появляется новое нарушение – провокация. Типа, хоть бей шокером, хоть не бей. Тут только подкрепление вызывать. Мужик, ну ты шо, ну... Знаешь, я иногда задавался вопросом, а существует вообще эволюция у человека в голове? Что-то мне подсказывает, что нет. Судя по тебе. Нет, ну, мужик, ну у тебя вообще... Ну, давай еще раз. Держи его. Не, ну я не понимаю. Держи его, не подчиняется требованиям. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Слушай, он какой-то неадекватный, он по мне стреляет, что-то зачем. Не подчиняется требованиям. Я никуда не убегаю. Да и чё? Так мы не да повод расстреливать людей? Да, ну я понимаю, что я не дома комендантский час. У меня дома нету, понимаете, меня выселили. Пошлите разберемся. Кто вас выселил? Он выбежал из дома, в котором была стрельба, и в спешке переоделся по-быстрому и начал улетать от меня. Не подчиняется приказам полицейского. Задержите его вместе со мной. Да я от тебя уже три раза улетел. Вот я не понимаю, почему у тебя в голове не возникает такой мысли, что шокером бить, ну как-то бесполезно. Попробуй что-нибудь новенькое. Просто бей его, бей его, бей его, бей его, бей его. Не подчинение. Все работает. Отлично. Да это просто надо, чтобы в этот момент ты когда бил, я уже заковывал, вот. Разница, ты меня уже все равно увидишь. Еще как я репортером. Нет, только я могу это сделать. А, ладно. Заебал он уже, бля, я за ним бегаю. Он обузит нахуй этим своим ФРРП ебучим расширенным, он заебал меня уже, блять. Затем он непонятно чем возмущенный подает жалобу на меня и на того полицейского, который сейчас у вас на экранах убегает по своим делам. Видели когда-нибудь на серваке таких вот долба... Да хватит цензурить то, что я называю своими именами, но если это долба... То... Да ё-моё. Короче говоря, без матов, это тюбик душнила, который считает своим долгом зачем-то байтить на нарушение других людей, которые ему абсолютно ничего не сделали. Но если бы на моем месте был какой-нибудь не знающий правил игрок, то скорее всего улетел бы он за фридамаг какой-нибудь или же нон-РП, ну просто потому что вот он посмел пострелять по челу, который ему не подчиняется. И логики здесь не ищите, они вот так вот задолбывают админов, чтобы только те уже выдали им наказание. Он меня шокером ударил, я от него на заточке улетел. Потом опять спустился, говорю, брат, шокер не работает. Он меня еще раз шокером ударил, но я опять улетел. Так, короче, повторилось раз. В итоге я уже просто перед ним приземлился, стою, никуда не убегаю. Даже пушкой не угрожает, просто меня расстреливать начал. А потом вот этот чубрик пришел. Я ему говорю, типа, что вот объясняю ситуацию. Он в этом гражданском, типа, с телефоном. Говорю, что шокер вот типа, ну вообще не работает на меня. И у меня просто бах шокера, чтобы проверить чисто.
Почему, чтобы проверить? Вообще, сюжет боевика какого-то. Нет, я не проверил, я тебя хотел арестовать, потому что я нахожусь как бы КБГ, или как там оно называют. Ты находился, раз, ты в розыске, два, ты не в комендантский час дома. Да я в розыске я только сейчас, потому что меня с тюрьмы тэпнули. Так что, ну, прежде чем что-то это, ты подумай. Так вот, а в чем жалоба-то? А что, что такое? Каждого человека шокером убивает этот. Ты должен был ему пригрозить оружием, сказать сальцом. Ну, ему подожди, 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 секунду, секунду. Ему пригрозили. Ему пригрозили, ему то есть пригрозили. Да ёб твою мать. Ему то есть вот этот человек угрожал. Хорошо, ладно. Ему угрожал вот этот чебурек оружием. Выцепс. То бишь, он остановился, я его долбанул шокером, чтобы он не убежал. Потом задавал его наручник. Арестовал его. Остановись! Да ты остановись, дай ему рассказать, зачем ты перебиваешь его. Да потому что он рассказывает. А зачем он перебивает? Дай предупреждение. Да, можешь дать мне предупреждение. Я что, могу предупреждение давать? Да, можешь. Я раз об этом узнаю. Так вот, он мне никак не угрожал, он просто с пистолетом стоял, кайфовал. Первый раз его пытался остановить во время КЧ, когда он был не дома, он не послушался приказов, я запомнил то, как он выглядит, и была стрельба в соседнем доме элитного района, и он оттуда спешно выбежал и тут же прямо на входе переоделся, хотя маскироваться нужно в таких местах, где человека будет не видно. Я вспомнил то, как он выглядит, а это точь-в-точь тот же самый человек, который также не слушается моих приказов, и это было раза 3-4, ну это не целую шапку, зачем ты так начинаешь до абсурда доводить, это не круто на самом деле. Ты раза 3-4 не подчиняешься приказам, по фану начинаешь прилетать, отлетать от меня на кунае, явно пытаешься типа этим глумиться, то что вот, типа, не работает шокер, а по факту ты просто в данный момент обузил этим ФРРП расширенным и маньяка. И потом подошел он, получается, я ему объяснил все, что было до и в момент, как он пришел, и он бьет его шокером, я в этот момент его заковываю, потому что человек не слушается приказов, он улетает на максимальный срок. В принципе, да, на этом все. Но в тот момент, когда он рассказывал историю, он мне не угрожал. Ну, на том моменте. Он просто с пистолетом стоял, по-моему, есть? Рассказывал историю. Да есть демка. А что, мне постоянно нужно угрожать? Ну ты что? Ну да, меня затушнило, понимаешь? Да ну не надо за обман, мне все равно тогда на обман. Проигнорируем обман и просто посмотрим. Хорошо, насчет этого. Расстрелять того, кто убегает от тебя. Ну именно убегает, а он... Ну, то есть ситуация такая не очень понятная, типа... Понятная ситуация, абсолютно, я тебе могу помочь в ней. Когда... Нет, типа, ты начал по нему стрелять, когда он не так уж и далеко, но по факту сбегает все время. Да. Но НРП и провокация. Somebody boy. Провокация чем? Провокация на то, чтобы я вот так вот без конца его шокером бил, и он якобы подал бы на нарушение какую-то там жалобу. Иначе зачем он тут тогда сидит? Да, нет, провокации так таковой нету. Ну, в смысле, он постоянно подлетает и опять провоцирует тем, что он не дома, нарушением законов и прочим. Если бы он хотел убежать, он бы убежал, и на первом разе бы все закончилось. Ну да, я просто... У вас есть жалобы на него? Да, на НРП провокация. Да нет, у меня и жалоб не было. Ну все, я тебя возвращаю тогда, сейчас. На что он жалуется изначально? А, ну да. Не, он уже простил тебя. Меня не за что прощать, я ничего плохого не сделал. Мне интересно, на что он жалуется. Ты так и не сказал за всю жалобу. На что ты жаловался? А я уже сам забыл. По-моему, про то, что, ну помнишь момент на демке, когда он в первый раз, ну я типа прям перед ним шлепнулся, и он по мне типа в упор начал смолять. Да. По-моему, за это. Расстрела на месте. Зачем ты это сделал? Смертная казнь от министерства. Человек уже дважды не подчиняется требованиям госсотрудника, и он улетает постоянно на кунае. Что мне делать, по-твоему? Нет, смотри, ты должен поэтому по нему стрелять. Поэтому его надо ликвидировать. Ты должен по нему стрелять только тогда, когда он прям далеко-далеко убегает, а не туда-сюда бегает. Хотя расстрел тебе разрешен, ведь он от тебя убегает, он все правильно. Так, ну и смысл после этого было ведь еще несколько раз типа... улетать на кунае, прилетать и типа глумиться, как он говорит. Блядь. Ну хорошо, давай вот не посуди сказал, по-другому немножечко. Ты играешь за маньяка, цель которого людей как-то без всяких подозрений резать. Убивать в безлюдных местах и не привлекать к себе лишнего внимания. И у тебя задача не палиться или же, ну, сбросить хвост, если есть возможность. Если тебе меньше 3 или 4 человек угрожает, а ты берешь вот так вот, тянешь время, пока не придет туда еще больше людей и дотянул до момента, пока его не посадили. И он берет постоянно вот так туда-сюда, вверх-вниз летает, когда, получается. Когда со мной бегают.
Я получаю. И это получается неролевое поведение такое маньяка. Я что-то ни одного чела не видел, чтобы он так делал. Я же говорю, я получаю удовольствие, когда меня ловят, когда меня пытаются это поймать. Это провокация. Получаю от этого кайф. А тут тогда почему а нет? Разве это не нон-РП, по-твоему? Или это РП-процесс такой? Ну вот, ну типа да. Я говорю, типа да, хорошо. Я а каким может быть РП-процесс, знаешь, который это... нарушает правила? Тихо, somebody. Вот смотри, плита, каким может быть РП-процесс, который нарушает правила? Правильно? Нон-РП-шным. Никаким. Вот, нон-РП-шным, я тебе о том и говорю. Это и есть нон-РП. Но если вы не согласны с нон-РП, тогда выбор еще хуже, это рулабус. Это уже как вам удобнее на самом деле. Рулабус сюда больше подходит, абузить правилами. А в правилах прописано, что он может не подчиняться требованиям, он абузит вот это вот разрешение. Тоже сюда подходит. Реально, абужу, слышь? Надо, короче, ФРП у маньяка отключить. Ну, этот, расширение. Ну, ты можешь шутить сколько тебе угодно. Тогда, когда ты в первый раз сам убегал в цемент, это было более-менее обоснованно. Ты не хочешь, чтобы тебя посадили, ты пытаешься убежать в какой-то домик, зайти, закрыть дверь. Да, тут нету претензий. А то, что ты берешь, летаешь туда-сюда, зная, что ты можешь не слушаться человека, это бред. Тут уже явно абуз правилам вот этим, которым тебе разрешено проходить через ФРРП до трех человек. Тебе и этого объяснения не хватает, блин, чтобы ты... голоса, как у Артура, чтобы ты это понял. Тебе этого не хватает? Вот, три нарушения. Третье, вот выбирайте сами, какое нравится. Нон-РП или рулабус? Что там мне подсказывает? Да ничего, Артур тут видос снимает. Артур видос снимает, все, шутки кончились, да, у тебя все? Да. А что, не шутится-то больше, что такое? Шутки кончились. Че, чё, квак, так сердская? Да, блядь, да что помоги ты? Вообще, каким образом ты взял эту жалобу, если ты не можешь нормально ничего разобрать? Потише, потише. Вот на это не надо переходить. Давайте будем поадекватнее, поспокойнее. Ну, я пытаюсь адекватно объяснить, почему у человека три нарушения выходят, и он что-то затрудняется уже 300 лет. Какие нарушения у него? Провокация, механ и третье, либо нон-РП, либо рулабус. В чем механ у него заключается? Механ в том, что он перед людьми прямо на выходе из дома выбегает и переодевается в этот же момент. Потом также в этот же момент начинается РП-процесс, где его пытаются поставить лицом к стене. Он, будучи маньяком, вправе убежать, конечно же, на крышу, что он и делает. Но далее он начинает нарушать также правила провокации и одно из двух правил рулабус или же нон-РП. Он постоянно спускается, поднимается наверх и берет, подставляется под выстрелы. И, как он объяснял на жалобе, глумится над полицейским, который не может его заковать. Да. Да, но... Так это будет провокация. Но да, это будет провокация, это сказал, а поведение при игре за эту профу будет вполне себе либо нон-РП, либо рулабус. Это нон-РП. Ну вот, вот. Что и требовалось доказать. В чем я не прав, собственно говоря. Ты за маньяка, ну не так это играешь. Во, о чем я и говорил. Окончательный вердикт админа, который пришел на помощь нашему беспомощному модератору, это нон-РП, провокация и механ. Вот эти все приколы на протяжении жалобы, которые были, они куда-то улетучились, как только он что-то заподозрил по моим наигранным часам на серваке. О боже мой, это же я зашел. Ну все, шутить больше не буду. Ну все, это конец. Уже над игроками больше не поглумиться и не подушить на жалобах. Что за конченые хуйсосы? Ну да ладно, хрен бы с ним. Мы теперь переходим к следующему объекту в заключении этого ролика. Я играю также за полицейского, и мы арестовываем с ребятами какого-то буйного школьника, которому чем-то не понравились госы. Да, по времени плюс-минус совпадает. Я бы поставил, что это Артур. Материальчик снимает. Мы даже не у вас еще один закон нарушен. Что случилось? Убери колонку. Убери колонку. Убери колонку, она мешает. Ты нафиг сломал, алло, ты слышишь вообще нормально? У тебя? Вас нарушение закона. Да, нормально. Да. Попроси его выключить, как будто еще заработать. Ну ты глухой, видимо, я тебя сказал три раза выключить. Говори, придурок. Блять, какая же ты душнила ебаная.
Я лучше сдохну, чем что ты за хуйню несешь, сука? Меня. Да, меня тебя, блядь, оскорбил, уж что нахуй? Я тебе еба... Какие, блядь, рэп, блядь. Нихуя, блядь, что ты пикаешь? Ну, привет. Блядь, ты еблан? Ты чё там пиздишь, я не могу понять. Закрой ебало и терпи. А ты чё там пиздишь, ты нахуй меня... Закрой ебало и терпи, я тебе говорю, иначе я тебе ебало раскрошу. Что мне, блядь, терпеть, блядь, нахуй меня... В данный момент, как бы кому это не нравилось, идет РП-процесс. Человека в тюрьме бьют палками за то, что он неадекватно себя ведет и оскорбляет полицейских. Другими словами, РП-перевоспитание. Ну а обезьяна на окне решила зачем-то написать свое мнение о полиции, что является достаточным таким действием для провокации госсотрудника на какие-либо действия по отношению к нему. Но вдруг обезьяна на окне решила резко с чего-то ущемиться и потом, накидывая несколько оскорблений подряд, без особой на то причины, берет меня и увольняет за то, что я выполняю свою работу. Нет, блядь, терпи, хуй терпеть. Ты еблан, мент пидорас. Ты чё творишь? Ты конченый или как, блядь? Ты обхуленный? Ай, блядь! Ага. Уёбище, блядское. Уёбище. Я всем расскажу. Пошёл нахуй отсюда, кусок бляди. Мент еблан. Угу. Ты чё творишь? Пошел нахуй отсюда, я тебе еще раз говорю, ты че, глухой? Я все видел. Ага, видел. Дерьмо с маски протри, которое тебе глаза закрывает, ебланат. Я тебя уволю. Тебе еще раз говорю, ты будешь язык распускать свой, ты будешь получать палкой. Вот ты это понял, нет? О, ты понимаешь, что у тебя сотрудник конченый еблан, блядь. Он какие-то российские коды в Российской Федерации, блядь. Ну да, потому что у нас город в Российской Федерации, и обязаны все соблюдать правила. Слушай, я все снимаю. Окей, окей. Как он узнал, кого он будет увольнять? Мне вот интересно это очень. По фасту решил отыграть. Мин пидорас, я все записываю, блядь. Окей. Примите ЖБ. Крафтим. Мне этого должно хватить. Ох, бля. Ну ничего, меня наемник убил, я успел исполнить свою мечту. За что ты меня убил? У меня жалоба на то, что человек сидит прям вот у окна тюрьмы, видит, где другого заключенного наказывают за оскорбление госсотрудников, подает, получается, увольнение, голосование на увольнение с такой однобокой причиной, то что избивает людей, получается. Сейчас даже поищу, что там написано было. Вот. Я так и не понял конкретной вот так и было. Причины того, что меня именно уволить решили. А не в суд подать, это первое. Потому что я как бы полицейский. Потому что ты избивал. Избивает людей. Он так однобоко написал, что ну, прям стопроцентный получается шанс на увольнение. Хотя человек получал по заслугам за то, что он оскорблял полицию. И тем не менее, это не мешало ему сидеть провоцировать оскорблениями, чтобы вывести госа на какую-нибудь реакцию. А вот, сидя за окном, это было несколько раз. То есть я не понимаю логики. Он сам берет, нарушает правила провокации. То и меня... избили за вас. Да, ну, я человека не бил, дамаг ему конкретно не наносил. Это неадекватно. Палкой бил на ЛКМ без какого-то ущерба ему. Вот. Я говорю ему, объясняю нормально то, что вот ты будешь получать палкой тогда, когда ты будешь оскорблять полицию. Также неадекватно. Затем он понял, о чем я говорю, и он уже перестал меня оскорблять. И говорит то, что да, у тебя, говорит, сотрудник такой-то, такой-то. И то есть я с ним начинаю вроде бы более-менее нормально общаться и объяснять ему, за что его посадили в тюрьму. И в этот момент меня уже как бы увольняют. А мне интересно, как он узнал, кого он конкретно хочет уволить? И почему он сидит, провоцирует полицейского прямо вот возле этого, возле ПУ. У окна сидя. Потому что полицейский был неадекватный. По РП. Ну, подожди, почему неадекватным ебланом? Ну, почему неадекватным ебланом? Он в исправительном учреждении ведет себя как свинья. Потому что я подошел к камере когда? Ты начал меня оскатывать?
Ну да, какого ты хрена лезешь в окно и начинаешь оскорблять полицию? Ты как к этому относишься? Никак. Тебя кто просил? Никто. Потому что вижу неадекватного... Тебе какое дело, за что человека там наказывают? Это не твое совершенно дело. Ты к этому не относишься. Ты не понимаешь это или нет? А как ты понял, кого конкретно уволить? Ну, я и уволил. Как ты понял, кого конкретно уволить? Тебе документы кто-то показывал или что? Или ты пошел, узнал имя сотрудника, пожаловавшись через суд? Знал тебя? Не знал, не знал. Я с тобой не был знаком до этого в РП и не пересекался и не общался. Я следил за тобой. Ты своими делами занимался, ты был потом еще на другой жалобе. Ходил за с тобой. С другим игроком. Поэтому следил ты, видимо, за кем-то другим. Ты все время неадекватно был. Угу, неправда. Можно уволить отыгрыша. Ты походу неадекват. Но мне вот просто интересно, я с человеком отыгрываю, получается, РПшку, он приходит и ломает оскорблениями, провокацией вот этой вот оскорблениями. Потому что так, Аскать. Вот. И получается, он каким-то образом узнает, кого ему нужно уволить. Как просто вот, как объяснить, и все. Просто знал тебя, я следил за тобой, но это такое себе оправдание. Ну, смотри, а теперь представь ситуацию, когда на сервере мало человек, нету мэра и нету, допустим, ну, образно говоря, ты... Потому что знаю, что хочу уволить... полицейский, а главы милиции нет. Ну, то есть, типа, узнать твои документы никто не может. Ну, типа, если ты их сам не покажешь. И, типа, вот ты отказываешься их показывать. А при чем тут это? Ходишь, допустим. Ну, я тебе привожу пример, почему можно уволить и без отыгрыша, так сказать. Да, да, да. Это я понимаю. Но при чем тут это, если на серваке присутствует судья, присутствует глава милиции, присутствует СБГ-генерал, который также может повлиять на меня? Пример неуместен. Потому что похуй мне, когда вижу неадеквата. Его нужно уволить. Я просто также могу человека в маскировке, который находится в маскировке мента, будучи маньяком, посадить в тюрьму, просто увидев его, заковав в наручники и сказав то, что да я его до этого знал, он до этого никогда не собирался быть полицией, он ее всегда презирал и все, но я его знал просто до этого, вот, как бы да. Ну это уже другая ситуация. Ну почему? Это тот же самый пример, что ты описал. Я также ни у кого не узнавал, что это за человек, я также ни у кого не узнавал, что это за человек. И также принял решение, что вот я могу так сделать. Тут то же самое. Походу и в реальности такой же неадекват. А чем я неадекват? Я просто свою позицию пытаюсь обосновать. Ты берешь вбросы, кидаешь неадекват, неадекват. Потому что еблан. Лови первое предупреждение, заваливай ебало и нормально общайся. Отъебись. Угу. Что еще расскажешь? Ребята, сейчас оба получите 1.21. Ведите себя адекватно. Я максимально адекватен, он понимаешь? Он сам меня оскал. Поэтому и горит. Так. Даже если у тебя горит, то на разборках ты должен быть поадекватнее. Потому а что у кого это, горит? Во-первых, можно получить дополнительное наказание, а во-вторых, ты также этим самым, ну, мешаешь администратору эту самую жалобу. Но он на разборках себя неадекватно ведет. Как я себя веду неадекватно, если я подал жалобу на то, что человек каким-то неведомым образом узнал имя сотрудника, которого он хочет уволить за то, что тот избивает граждан? Я спрашиваю... Потому что я следил за тобой. Но это так не работает. Ты что, в дом ко мне залез? Узнал документы мои? Скажи честно. А почему ты меня убил? Скажи честно, ты в дом мой залез, узнал мои документы? Я знаю неадекватов в лицо. Но это не оправдание, то, что ты там знаешь неадекватов в лицо. У тебя нет оправдания тому, что ты вот таких, так вот сделал. Тебя? Короче говоря, касаемо жалобы, сходу это может начал плевать бесконечно. Меня. Вот он весь такой бедненький, жалкий, его полиция оскорбляла, неадекватно жалобе, еблан на жалобе, как он говорит. А какой он реакции вообще ожидал, когда он залезет на стекло тюрьмы и начнет оскорблять полицейского? Че он думал, его за это похвалят или что? Я так понимаю, жалоба идет на Freedom Mode. Freedom Mode и провокация. Или на Metagame. Freedom Mode и провокация. Ну, подожди, метагейминг возможен тоже, потому что, не разобравшись в ситуации, просто он прибежал, увидел, что на правонарушителя ругаются и бьют его палкой, и он начинает провоцировать Госса оскорблениями. Затем он решает уволить Госса, посидев да чуть-чуть. Да, блядь, как меня заебал он. И он берет, подает голосование на увольнение человека, которого он ни разу нормально не видел, не общался и не знает, что у него за имя. Вот раз он такой РПшник, он узнал. Ты каким понимаешь, образом... что говоришь? Вот. Он объясняет то, что знание адекватов в лицо.
врач, что ли, какой-то, или что. У него профессия маньяка, а не врача. И метагейминг, блядь, это, считай, да, информация, ну, не то чтобы за гранью РП, а то, что нужно узнавать РП путем. Он этого не сделал. Вижу больных издалека. Таких, как ты. Походу и психически. Почему психически? Так. Я не пойму, что тебе я такого сделал? Тебя достаточно один раз убить, чтобы ты так загорелся? Или... Ты сходу поливал меня. Потому что это не твое дело, и я вправе так сделать, потому что ты лезешь в рабочий процесс сотрудника полиции, который занимается перевоспитанием того, кто не соблюдал законы и оскорблял постоянно полицейских. Это не твое совершенно дело. Если сотрудник психически больной... Ну, ты справку, когда покажешь мою, о том, что там будет какой-то диагноз, как тогда ты можешь это с уверенностью заявлять всем и каждому. А в данный момент ты просто-напросто пытаешься либо забайтить на ответное оскорбление, да, либо ты впустую меня оскорбляешь. Короче... Нарушение. Ты придумываешь. Метагейминг. Нарушение. Я тут не вижу. Придумывает. Я бы срывает. Почему неадекват? Он оскал тебя в РП форме или в нон РП форме? В РП. В РП. Ну. И на ПБ. Ну, не знаю. Я что-то такого за собой не заметил на ЖБ. Ты сидишь меня то больным, один то раз, я помню, психически нестабильным то, что он обзываешь. Тебе ответил. Ты его предупредил. Так и тебя предупредили. Че ты бред несешь сейчас какой-то? Ты сидишь, меня поливаешь говном всю жалобу. Че, это разве неадекват с твоей стороны? Да. Ну вот, видишь, ты сознался. И правильно. Правильно? С таким. С каким таким? Ну, давай, еще что-нибудь новое. Психом. Ага. Да. Ты это с какой целью сейчас вот это все вкидываешь? Потому что заебал. А адекватнее чуть, может быть? А зачем, кстати, ты меня убил? Ну, я потерял работу Личина. Мечты, у меня были личные мотивы, и ты мне очень не понравился. У меня была работа мечты, нарушители, получается, арестовывать и наказывать. Но ты же гражданин. Что, не могу выстрелить в тебя? Да, блядь, ты оправдываешься типа. Просто. Блин, ну а что ты жалуешься на то, что я оправдываюсь здесь? Я просто отвечаю на твои вопросы, ты работа сам их задаешь. Мечты. Да, работа мечты, я всегда работаю за полицейского, мне нравится эта работа. Придумал на ходу. Ты у меня спрашиваешь что-то, я тебе отвечаю на этот вопрос. Хотя по факту не вижу в этом смысла. Я не знаю, что ты хочешь от меня тогда. Чтобы была ебанутая причина. Ну, у тебя же была тоже какая-то ебанутая причина челика не узнать, как он зовут, его пойти хорошо. В суд. Бана. Пожалуй. Тебя. Зафрикил. Да, 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 зафрикил. Я говорил, хорошо. Ебланов вижу. Я тебя, смотри, предупреждаю еще раз. Стой, стой, стой. Ты нахуй с этим серваком распрощаешься. Со всем, что у тебя тут из доната, блядь, куплено, со всем, что ты тут наиграл, ты этому всему можешь сказать пока ровно через тот момент, когда ты опять напишешь эту срань. Просто интересно, как ты тут фридомолка не потому видишь, что потому что... Потому что мне пора уже идти. Это ты человека, получается, уволить также можешь полицейского, который выполнит свою работу, за то, что вот, ну, подписать в причине арестовал человека или же выбил двери. Ну, то же самое. Тоже не будет фридомолта. Ебаная обезьяна, он меня заебал уже. Сидит хуйню спамит. Давайте в чат, блядь. Давайте про меня уже разберемся. 1,10 и 2 целых. Провокация есть? Я ему еще неадекват, да. Пизданул. Как? Ну, вот так вот, чат полистай, что ты за хуйню писал. Я просто такой человек. Когда меня оскают, я так... Ты иди нахуй. Что? Я говорю, нахуй иди, ты что, не слышишь? Понял. Что ли? Накипело у него. Ты пришел, блядь, оскорблять меня начал за что-то. Что я тебе сделал такого? Да. Ебанат всрать. Знаю. Я говорю. Неадекватно себя на жалобе вел и неадекватно начал разговор в РП. Какой-то пункт неадекватности, я немножечко затрудняюсь, подскажи. 1,21. А пункт какой там же? За первый пункт, за третий пункт и так далее. В 1.21, по-моему, пункт не пишется. Чрезмерная токсичность. 1П. Ну, можно написать, ты же типа наказываешь там по пункту. Ну, значит, месяц бана и снятие. Окей. Блядь, что я ему сделал такого, что он мне сидел так заебывал, блядь, пиздец. Выдавать себе. Да снять подожди, не выдавай, сейчас. Сейчас наколдую тебе хуйни. Снять делюкс админку. Да, давай. Подожди. Месяц. 1.21. Ебать, накипело. Что-то у других никогда не накипает. Да, все, спасибо.